Всем привет! Я гуляю по фикс-прайсу. Смотрю всякую хрень. Не знаю, что хочу. Ну, что-то смотрю. Такие вот зеркала тут. Такое зеркальце прикольное. Заколочки на девчонок. Вот вижу, девчонки, смотрите, какие мимимишные резинки. Вот такая резиночка для волос. Их тут две штуки. А нет, да, две штуки, но только на одной вот такой хвостик. Бантик, ушки. Прикольная резинка, красивая. Ну а что тут? Всякие зеркалочки. Вот единорожка красивая. Смотрите, какая за 149 рублей. С зеркалом. Все дела. Такие цены. Ну, а я-то, в принципе, заехала. Я хотела посмотреть. В фикс-прайсе рекламируют эти пальмовые веточки, а у нас их нет, веточек. Тут тоже красивая штучка, 99 рублей. Ладно, идем дальше. Ну, тут всякие эти массажеры. Такой термоядерный, колючий. Цены нет. А нет, 199. Ролик массажный. Вот за 149. Тоже ляшечки себе натирать. Ладно, идем дальше. Тут вот кошелечечки. Такие тоже мимимишные. Тоже сумка, переноска. Что-то меня тянет все на такое. Сумка на пояс. Вот блестелка. $199. Такие сумочки есть в серебре. Что тут у нас дают, что нам дают? Ну, тут я что-то вообще ничего не вижу. Вот эти вот штучки-дрючки, вот вообще, вот что к чему, куда их ставить? Я не люблю эти, просто пылесборники называю я их. 200 рублей. Кто-то, может, и любит вот такие безделушки. Но я их не очень. Лишний хлам мне ни к чему. Вот декоративная фигурка. И что, и куда ее? Вот аромасвечка в стакане. Круто смотрится. Пахнет. Вот такую бы я штуку взяла. Тоже 249 рублей. Вот шкатулочки тоже всем известные. 249 рублей. Подставка для ювелирных украшений. 199. Тут у нас горы туалетной бумаги. Целые баррикады. Ну, а тут искусственные цветочки по 249 рублей.
Вот смотрится как живой. Поставил, и поливать не надо. Вот тоже. Не колючие. Ну, тоже прикольно смотрятся. Хлопушки. Хлопушки. 199. Но у меня такая же цена в магазине. Тоже 109. Нет, у меня 200 рублей. Вру. На рубль дороже. Ну и вот тут уже все осеннее появилось. Всякие шарики-лошарики. Мои конкуренты. Но у меня шарики, наверное, подороже будут стоить. Чуть-чуть. Так, идем дальше. Так, вот этот скраб для тела я брала. Попробовала его в баньке, поскрабилась. Мне очень-очень он понравился. Надо будет потом вот этот попробовать. Скраб пилинг для тела, медовый понш. 100% натуральный. Скрабируют неплохо. Вот какой вкусный шампунь. Авокадо с орешками. А тут еще вкуснее манго. Синдо шампунь. 55 рублей стоит. Но за 55 рублей я не уверена, что он прям вау. Ну что вот мне надо? Вот девочки, даже гель есть. Алоэ вера. Но он, конечно, какой-то светловастый. Ну вот, музыку включили. Я не думаю, что он стопроцентный. Так, музыку включили. Смотрим молча. Thank you.
Вот у нас такой бардак в фикс-прайсе, сами видите. Все наваляется, набросано, накидано. Особенно в шмотках. Это там вообще капец. Хотела купить косметичку под нижнее белье. Вот воронка какая-то складная. И не могла найти то, что мне надо. Вороночку я, наверное, куплю. Мне надо для шариков ее. Ну, чтоб конфетти туда запихивать, шарики. Складывается все путем. Ну, тут еще стакан складной есть. Такие вот баночки маленькие. Так, ланчбоксы тут. Формы для выпечки по 99. Так, и мне надо еще щипчики купить. А щипчиков я тоже не вижу, девочки. Короче, съездила в фикс-прайс. Просто поглазеть. Ничего у нас хорошего тут нет. То, что мне надо, того вообще нет. Эх, вот как-то вот так вот. Ну, тут посуда, ее уже давно продают, такие чашечки, тарелочки. Нового вообще ничего нет. Все старое. Так, тут из макарошек что мне надо и не надо. Ну вот эта каша по 5 рублей, про которую я вам говорила. Короче, она меня не вдохновила, эта каша. Может, ролл там купить? Возьму-ка я ролл там пачечку. Тоже не любительница вот этого всего, но возьму. Пусть будет роллтон. Куплю вот эти вот макарошки, ракушки, они по 27 рублей. Тоже возьму. Взяла роллтон, макароны. Это у меня еще есть лапша.
Вот всякие прибамбасы, печенюшки. Но я вот это вот вообще ничего не ем. Даже не могу вам посоветовать, что прикупить к чаю. Овсяное печенье тоже не люблю. Такие печенюшки тоже не беру. Вот что за кокосовое печенье. Вот кокосовое я люблю. Попробую-ка я его. Может, мне оно понравится. 55 рублей, 250 грамм. Наверное, я его возьму. Ну и тут конфетки всякие, марсианки всякие разные. Желейные тоже ничего, конфетки вот такие вот. 55 рублей. Ну, в общем, вот я вам сделала обзорчик. Зефирчик такой недорогой, 55 рублей. В общем, погуляли вы со мной по Фиксику. Я ничего для себя не увидела. Поэтому спасибо всем за просмотр, кто был со мной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.